Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии мы каким-то магическим образом вообще добрались до Новака, где повстречались со снайпером. Гули? Ой, радиоактивный. Ладно, не будем их трогать. Повстречались со снайпером, который обещал нам рассказать, куда подделся... Мина? Если это мина? Да, это мина. Черт возьми, тут вся дорога в мина. Ну, в жопу, честно говоря. По дорогам лучше не ходить. И у меня мало патронов для моей винтовочки. Это очень плохо. По крайней мере, теперь с этим уровнем я могу с ней... более или менее нормально обращаться. И что? Собственно. Какой хрен тут этот блокпост? Ну ладно, я не против. В принципе, такого подгона. Странно только то, что тут никого нет. А как же нет? Он Гуля. Блин. Нет, это прорисовка просто плохая. Действительно никого нет. Почему? Так. Есть. Ящик с гранатом. Так. Ящик с инструментами. Такое неинтересно. Ящик с минами. Господи. Да на этом можно заработать. Крышечки. Ой. Ой. Все. Долой. Чашка. Кружка. Не крышечками играли. Шашки. Прикольно. Блин, нафиг я эти чашки взял? Идиотский. Так, что это? Обычный сундук. Стакан, нож, выйти. Ничего не нужно. Йо. Финты тут валяются. Течка первой помощи, рикошет. Заколка, грязная вода. Хорошо. Беру, беру, все беру. Металлолом, металлолом не нужен. Давайте сохранимся и продолжим наш путь к комплексу Рэпкон. Дорога, опять я иду по дороге. Рано или поздно, вот. Рано или поздно я опять забуду. И меня опять что-то оторвет. Надеюсь, ничего жизненно важного я не потеряю при этом. Так, Гуля. Бежит, смотрите, как бежит. Какая она быстрая. Ой. Ого. Хорошо.
Но такие патроны растрачивать на гулей, конечно. Это, конечно, интересно. Ладно, постреляю 10-миллиметровым. Исследовательский полигон Рэпкон. Так, насколько я помню, где-то тут был срез. Я играл очень давно, но тем не менее. Где-то здесь, по-моему, да? Это что? Мертвый гуль. Икс. Плазменный пистолет. Не понял. Что у гули делает плазменный пистолет? Да, походу это здесь. Да, смотрите, действительно. А, нужен ключ, предсказуем. Ой. Так, радиоактивная зона. Придется пойти через парадный. Ну и ладно, чё ж. Не страшно. Гули не такие уж и страшные враги. Если это все, то я пойду дальше. Не против, товарищи? Надеюсь, что нет. Комплекс Рэпкон. А, я вспомнил, что это за квесты тут будут. Hey! Over here! Are you listening? Go to the big room on the east side of this building and take the metal staircase all the way up. And hurry. Хорошо. Я думаю, я их убью. Просто. Тень. Fuck shit. Стелс-бой, арматура. Да-да-да-да-да. Блять, они как-то со всех сторон тут шумят. Свидание, товарищ. Чего же вы так шумите-то? Мне аж не по себе становится. Что тут, даже в параше есть этот интерком? Не понимаю. Мертвый гуль. Ряса последователей Брайта. Да, я точно помню, что это были за квесты теперь. Но черт, я не знаю. Квесты веселые, но как бы хочется побыстрее пройти игру. Поэтому я думаю, я попробую их убить. Если у меня не получится, ну, тогда уж. Тогда уж я их пройду, разумеется. Стрёмно как-то тут. Терминал стук. По одному. Ладно. Вы только не нервничайте, ребят. То вы когда нервничаете, вы начинаете портить воздух. А ёптвена. Хорошо. Это было несложно.
Не стоит ко мне подходить. Жвите, я вооружен. Почему такие глупые? Или это радиация вам мозг разъела? Ну ладно. Что ж, я у двери. Интерком. All right, Smoothskin, I'm letting you in. You better watch yourself. I'll sure as hell be watching you. Ладно, хорошо. God, but are you ugly? Get upstairs and talk to Jason before I throw up just from looking at you. Что? Ты же не гуль. Your pranks won't work on me, Smoothskin. They won't work on Jason either. Гладкокожик. Гладкокожик. У тебя ведь тоже гладкая кожа. Stop wasting my time, Smoothskin. Go waste Jason's. Идиот. Такой идиот. Так, ладно. Тем не менее. Их тут много. И поэтому я начну. What have you done? Bright was the best of us. Ой, я тебя не видел. Извини. Но твой талант не останется незамеченным. Не, давайте заходите лучше сюда. Ой, проблема. Во-первых, у меня закончились патроны. Во-вторых, мне лучше сушить стимулятор. Вармин винтовка это не лучшая. Тут вообще только 5 патронов осталось. Черт. For pride, what have you done? Хорошо. This is all. Крис, я тебе сейчас кое-что докажу. Подожди, ты куда? Ты не спеши там сильно. Куда он убежал? Крис, давай не будем. Куда ты убежал? Ты что, выбежал из этого места? Ты зря. Ладно, хорошо. Ты выбежал? Нет, не похоже. Странно, а где же Крис? Чертов идиот. Иди сюда. Эй! О! Встает, сволочь. I'm out of here! Ну чё там по квесту-то? Помощник.
Ну я не знаю, давайте-ка я сейчас вернусь и проверю. Что там? Так, ну, меня не хватает ни на что, чтобы собрать. Да я и думаю, я не буду этим заниматься. Так, я приостановлю запись. Итак, мы возвращаемся в Рыбконе, больше нет гулей. Really? Unbelievable, man. I knew that wasn't gonna be easy. But I had a good feeling about you. You look like you've been through a lot. Теперь поговорим о человеке, которого я ищу. Okay, I'll tell you everything I know, like I promised. The guy you're looking for, Benny, he was traveling with some members from my old gang. They were going to Boulder City. Benny. Где находится Boulder City? It's straight up Route 93 from here. Just keep following the road north. Хорошо. Не знаешь ли, почему они туда пошли? No clue. I know Benny hadn't paid up yet. Maybe that was where they were supposed to get square. Хорошо. Это все, что мне было нужно знать. I owed you. Каково служить НКР? Oh, it was great. I wouldn't trade it. Something about that lifestyle, the discipline, seeing new places, making people safe. What's not to like? Ну, как тебе сказать, ты идеалист. Почему же ты оставил службу? Well, I just felt like it was time, you know? Wanted to have a home. Plus, I was up at Camp Golf when Bitter Springs went down. I faked like I was sick to get out of going, because I knew some of the people there. But when everybody came back, nobody would tell me what happened, and people would call us murderers sometimes when we showed up to secure towns. Хорошо. Ну что ж, до свидания. Yeah, see ya. Любимец. Новаки. Прекрасно. Давайте-ка посмотрим, что ты мне еще продать можешь. Welcome back. Can I get... Mm-hmm. Sure thing. Have a look. Так. Вот эта винтовочка, она хороша, честно тебе скажу, но... Но нет. Так. Оружие. Хорошо, что я не продал пистолет 9-миллиметровый. Так, ну держи вообще все. Осколочную гранату. Противопехотные мины держи. Все не просто так. Это все будет в обмен. Так, а что у тебя по костюму? Ой, одежду смутьянина я тебе продал, да? Ну, не знаю. Хорошая одежка. По виду она прикольная. Мне нравится. Хотя, защита вообще никакая. Так. Помощь. У тебя нет ничего такого. Но тут ничего не откатилось, насколько я понимаю, да? Хорошо, 10-миллиметровый. Давай, все. Потом... Этих у тебя нет? Моих. К сожалению, нет. Так, тогда 9 миллиметров я еще у тебя возьму. Штук 60, да? И у тебя там, по-моему, был... В разном... Нет, в разном. Прицел к 9-миллиметровому. Да, вот он. Я думаю, пока... Хотя нет. Давайте-ка еще что-то посмотрим, потому что... 5.56 давайте все возьмем, да? Чтобы уже было полностью. Ну и все патроны 9 мм в таком случае. Да, этого достаточно, пожалуй. 1400 я поднял. Плюс-минус, хорошо. Давайте-ка теперь осмотрим, что по итогам мы подняли. Модификация, прицел. Варминг, винтовка. Нормально. Винтовка КВ, патронов нет, к сожалению. И 39 патронов здесь. Сойдет, в принципе.
стелс. Воу. Прикольно. Хорошо, сойдет. Так, ну в Новаке я любимец. А кто тут комнатушку дает? Или мне уже дали, я просто провтыкал. Ну не знаю, не знаю, сейчас посмотрим. Вряд ли мне уже дали. Да. Ну это плохо, честно говоря. Давайте поболтаем тут еще с местными. Don't listen to a word Nobark says. Нет. He spouts nothing but nonsense. Hey there. Привет. Нет, ты тоже. Хорошо, ладно. Да давайте двигаться отсюда. Прикольный такой пистолет стал. Есть еще охотничий револьвер, но... Он покруче, конечно, будет. О. I could have sworn we were under attack. Did you see those rockets? Ну, хорошо. С тобой будем считать, поговорили. Мертвый брамин. Еще пустой. Почему? Товарищи, вы что-то знаете об этом? Или может я вам сейчас горе в семью? Look who's here. What brings you here? Просто хочу с вами познакомиться. Oh, well, I'm Alice. I keep waiting for him to leave me for some young thing with plat... Says it's my cooking. I think it's because I know which Brahmin udder you can milk without getting kicked in the noggin. Так, ну давно вы тут живете? We set up this ranch years back when Novak was just getting settled. But now, with all the danger on I-15, folks are starting to come through here from all over. Хорошо. Nice. А, твой муж, наверное... Things treating you all right? Что вы сделаете? Oh, I tend to my ranch. Так, как хозяйство? You must mean what's left of it. Расскажи. Every night around midnight, Alice and I wake up to some crazy hollering and gun... But it's... Хорошо. We'd be grateful, especially if you find them before they get my whole... Хорошо. Пытались ли вы найти нападавших? Beg your pardon, miss. Not... Хорошо. Разберемся. Поскольку он там говорил, около 12 нападает, да? Так, сохраняемся. А кто меня обнаружил? Телефон у меня. Так, ну давайте-ка подождем следующей ночи. Или нет. Или я еще этой ночью успеваю. Давайте-ка прочтем квест. Ну что? Не написано. Мне кажется, ли там что-то идет? Ребят, действительно, там кто-то в стелс. Черт, смс-ка, я тебя ненавижу. Так, прошу прощения. Черт, смс-ка, я тебя ненавижу. Так, ну надеюсь, за это YouTube меня не будет ругать.
А, пистолет, пистолет. Тут тридцатник. Долбаная мразь. Кстати, вы видели, я как-то с прицела лопанул прям в корову. Тень. Патроны. Крики брамина. Миниган. Заберу я, пожалуй, у тебя миниган. Так, ну, не пошло с коровкой, я вам так скажу. Тем не менее. Так, давайте-ка поставим мой пистолет 9 миллиметров на... Ну, пока на единицу. Потому что, к сожалению, пока нету патронов. Find anything? Больше никто не будет нападать на ваш хлеб. Well, I don't know how you've done it, but I do know how I can thank you. Please take this, compliments of Alice and myself. And help yourself to anything in that freezer over yonder. We got more steaks in there than we'd be able to eat in a year. 75, точно, крышечек, новок, добрая слава. So long. Ну, спасибо. Слушай, я тут у тебя поспать могу? Вот. Элис. Судя по всему, нет. Элис Макбрайт. Ну что ж, в любом случае, пора уже заканчивать на этом серию. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео, всем пока.